приходилось ли вам когда-нибудь летать на зарубежных самолетах, и если да, то какие впечатления сложились? Ну, к сожалению, не приходилось, но с удовольствием полетал бы. Во многих засматривался, сидел в кабине, но полетать, к сожалению. А в какой кабине комфортнее, в нашей или в их? Провокационный вопрос. Ну, естественно, скажу, что в нашей. Она шире, больше. Вот. Есть некоторые технические решения лучше у них, но кабина Су-27, пожалуй, самая большая в истребительной авиации. Это потому, что мы любим поесть, а не все худые? Нет, мне там тоже комфортно. Я поэтому и говорю. Хорошо, спасибо. Завершающий.